Судя по фотографии, которую сделали жильцы, можно сказать, что 18-летняя девочка лежала без сознания именно здесь. Остальные подростки, по словам очевидцев, находились около другого подъезда на соседней лавочке. Но больше нас удивило, что никто из жильцов не видел и даже не слышал о ЧП. Я не слышала ничего. Вообще ничего не знаете? Вообще ничего не знаю, ничего не слышала. Не видели, не слышали. Я только утром увожу внука и вечером привожу. Все, больше мы не выходим. Не видела ничего. Я в телеграм-канале прочитала, что где-то здесь нашли трех мальчиков, одну девочку. И в больницу отвезли. Все. Через некоторое время очевидец нашелся и рассказал детали происшествия. Ну, здесь девочка лежала, там дальше я, подростки другие были, но я точнее, я видела скорые, я видела, что там занимаются кем-то. Полицейским подростки рассказали, что выпили неизвестную жидкость на улице, после чего им стало плохо. Правоохранители выясняют, что это за вещество и где его достали. По окончанию проверки, в том числе с учетом результатов медицинских исследований крови краснодарцев, будет принято законное решение. Необходимо отметить, что двое из указанных подростков состоят на профилактическом учете в городской полиции. Подростки были госпитализированы с диагнозом отравления неизвестным веществом. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.